Синёвков Алексей Александрович. Вы где победу встретили? Победу? Я работал в колхозе. Вот. Войну... После войны получил медаль в 47-м году. За то, ну как, труженик тыла я был. Вот, работа тяжелая была, конечно. Вот, получил медаль за это. Чем занимались? А чем занимался в колхозе? На конях пахал. Сколько вам тогда было? 15. 15 лет, браво, молодцы. Вот, вот. А потом ушел в армию. Служил в внутренних войсках в Эстонии по ликвидации банк. А где, в каком колхозе вы работали? А это вот Бобровниково, где у нас. Угу. Колхоз Краснодемьяново было название. Спасибо вам огромное. Мы вас любим, гордимся вами и с наступающей вас великой победой. Спасибо вам. Спасибо.